Москве должностному лицу Управления транспортной безопасности Росмари Челота предъявлено обвинение в получении взятки. Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации предъявлено обвинение заместителя начальника одного из отделов Управления транспортной безопасности Росмари Челота в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ, получение взятки. Следствием установлено, что в период с августа 2017 по январь 2018 года обвиняемый в служебном помещении от генерального директора одной из коммерческих организаций получил взятку более 1 миллиона рублей за оказание содействия последнему в проведении мероприятий по аккредитации возглавляемой им коммерческой организации, а также за непроведение комплексных проверок деятельности данного предприятия. В отношении взяткодателя также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 291 УК РФ «Дача взятки». В настоящее время следственной группой Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации совместно с Главным управлением на транспорте МВД России проведен комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в том числе обыски в его жилище и в служебном кабинете, изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу. Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый не признал. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.